Now or never. Just fight it out. Just fight it out. Это будет шок-контент просто. Это просто шок-контент. Ну что, всем приветик. Сегодня я буду записывать ролик по Identity 5. И большое спасибо хочу передать Алисе, потому что она подарила мне охотника Анечку. И, естественно, мы будем за нее учиться играть. К сожалению, в течение всего ролика я не буду показывать свое лицо, потому что это, как знаете ли, хорошего понемножку. Поэтому смотрим ролик, а не на меня. Так, кто тут у нас? Художник. Кстати, он мне еще ни разу не попадался в игру, но сейчас посмотрим его способности заодно. Ой, а что, так можно было? То есть, если успеть застанеть кошкой, пока они сидят, то они никуда не уедут? Лол, конечно. Так, присаживаемся. Ты что, спасти его хочешь? Да, ну удачи вам. Я же вас все равно всех поймаю. Выпускаем наших кошечек. И оп, хух, я скилловая Аня. Стой, подожди, куда я иду-то? А, это вот, вот она, способность художника. Ничего, у меня все под контролем. Да, давай поиграем в игру, кто кого застанет. Ой, тут подвал рядом. Ну все, это изи вин. Так, барменша шарит, что делать. Oh my God. А барменша что думает? Я забыла про нее, что ли? Шкафчик, это умно, конечно, умно. Но не на моих же глазах. Так, заключенный на лестнице, и остается еще один. Ну, это изи. Ах ты, за эти фокусы я тебя в люк не отпущу. Еще и сам сдался. Для тех, кто хочет посмотреть именно на меня, вы можете подписаться на меня в ТикТоке. Ссылочку я оставлю под видео. Ну а про Анну я скажу так. Если вы научитесь целиться кошками, то вы сможете очень быстро ловить сурвов. Вы элементарно не дадите им мансить. Вы раздаете им станы и сразу же даете хиты. Кстати, когда я играю за сурвов, в матче очень редко попадается Анна. И я на самом деле не понимаю, почему так. По мне так Анна это очень сильный ман, и за нее приятно играть.
Ну а на этом все. Всем пока-пока. Увидимся.